Дорогие наши кумовья, Маша, Сережа, мы вас очень любим. Мы очень рады, что в этот вечер, важный вечер для Лизоньки, для вас, мы находимся рядом с вами. Очень, очень рады. Говорят, что когда происходит крещение ребенка, на небе зажигаются звездочки. Мы желаем, чтобы эта звездочка всю жизнь, весь жизненный путь Лизоньки освещала, чтобы у нее не было невзгод. А даже если были бы какие-то неприятности, чтобы вы могли так их сгладить, скрасить, чтобы она их не почувствовала. Мы очень вас любим, вашу семью очень дорожим вам, уважаем. И желаем вам, вашей всей семье, счастья, здоровья большого, вам сил, терпения, возможностей вырастить ваших девочек, чтобы у вас все было хорошо. От души.